Дзят Код 3. Четверг, 22.30, очередной выпуск «Дзит-Код-3». Конечно, главная тема – это события в Норвегии. Причины и последствия того, что там произошло, впечатления и эмоции. Ну и кроме того, все остальное в нашей программе – впечатления от Грузии, от Тимофея и Филиппа Зитко, лежащая забастовка в прямом эфире и многое другое. Не пропустите, ведь это последний выпуск в этом сезоне. «Дзит-Код-3», четверг, 22.30, телеканал «Дождь». «Дзит-Код-3».